Да. Замечательно. Go, got it. Okay. Я на самом деле вот к прошлому занятию хочу подвести один такой важный для с моей точки зрения итог. При том, что очевидно, что Хасидей Бешт, Балшемтов, украинский польский хасидизм, так или иначе держатся за Хасидей Ашкенас, и идеи какие-то оттуда и берут. Но это два разных явления. И они разные по одной простой причине. Хасидей Ашкенас, вот этот Иуда Хасид, это было естественное некоторое народное явление. То, что делал Бешт, Раби Исраэль Балшемтов, это скорее некоторая программа и попытка что-то сделать. Вот это большая разница. То есть разница между естественным и искусственным. Другой разговор, что, естественно, интереснее смотреть не столько на... То есть важно смотреть, что хотели и что получили на выходе. Что-то, кстати, получили. Не так много, конечно, как хотел Бешт, не так много, как было в программе Бешта, чтобы все евреи научились делать ехуд, то есть действовали осознанно каббалистически, этот номер не вышел, конечно же, это слишком много. А вот сознание такое очень серьезное, которое действительно у хасидов было и есть, о том, что любое действие, оно не просто так, что оно имеет эхом, отвечает сверху, это да, это получилось. То есть, как бы теоретическая часть не удалась, потому что, ну, все-таки обучение такого сорта действиям, связанных с медитацией и формой плохо осознанного мышления, это очень сложно. И это скорее не удалось. А вот удалось другое, удалось внедрить некоторую очень важную идею близости к Богу. Вот здесь еще раз, вот разница вот видна хорошо в одном очень важном пункте. Когда мы читаем Сефер Хасидим, Раби Иуда Хасида, то мы видим, что основной, это, ну, одна из тем этой книги – страх оттолкнуть, страх обидеть простого человека. А у Бешта это желание приблизить к Торе и приблизить к миру ученых. Это два разных направления. Они разные. Вот чем похожи, вот когда говорят про похожесть, надо говорить еще о различиях. И различия действительно были очень серьезными. На самом деле о хасидизме я хочу говорить в другой раз, потому что я перепрыгнул просто потому, что меня попросили. По этому поводу я на самом деле хочу вернуться к некоторой теме там, типа истории. И вот здесь на самом деле я вдруг понял, что я что-то пропускаю и пропускаю довольно важный пункт. Вот я говорил про формирование общин ашкеназской, магрибской, североафриканской, египетской, французской, германской. На самом деле то, чего я пропустил, это довольно интересный момент. Вот смотрите, когда мы говорим про еврейские общины, то на самом деле что происходит? Я довольно тщательно рассказал о том, что происходило в еврейских общинах Востока. Там, ну, потому что это центр. Вот Европа, она как бы проходит мимо и появляется где-то во времена Раши, упоминание вот в циклах, когда мы говорим про устную Тору, обычно Европа появляется где-то во времена Раши, хотя, я хочу еще раз заметить, Раши ссылается на предшественников, он не возник в нигде, он ссылается на ашкеназских предшественников. Это
такой человек, как, например, Раби Моше Гадаршан, Раби Менахам бен Сарук, то есть на грамматиков, которые были. Опять, замечу, я тут хочу говорить, что когда я говорю про Европу, я из Европы исключаю на автоматическом уровне Италию. Потому что Италия – это отдельная тема. И я хочу заметить одну вещь, которую действительно регулярно пропускают, а она очень важна. Вот Раши умер в 1205 году. Да? Нет, неправильно. В 1105 году. После крестового похода первого. Первый крестовый поход – это 1098 год. Практически очень трудно говорить о германском и французском еврействе до этого периода, вот, до первого крестового похода. И дело в том, что на самом деле крестовые походы – это событие, которое изменило жизнь европейских евреев. Вот она, вот здесь довольно важная вещь. Европейские евреи в предшествующей Раши эпохе практически не оставили книг. Если, скажем, восточные общины, книги стали появляться, ну, активно авторские книги, я сказал, что надо считать, начиная с X века, 920 какой-то там год, 30-й год, давайте последний возьмем. Рав Саадия Гаон пишет «Верование мнения», да, вот это начало литературы авторской в еврейском мире, то в ашкеназских странах это еще задержится. На самом деле, вот попытка изучить, что происходит. Да, и в ашкеназских странах еще одна вещь. Там не было писем подобных, там вот расскажите рабе историю мудрецов от Талмуда до наших дней. И, значит, по этому поводу есть письмо, где подробно это излагается. Вот такой вещи в ашкеназских краях. Ашкеназом я называю в данный момент простоты ради, не особо углубляясь в тему от Рейнса, да, Германию и Францию на самом деле тоже. То есть как бы южная граница проходит, вот Италия единственная, которая вылетает из этого списка. Вот, чтобы было понятно, как определяется Западная Европа, мы это видим по некоторым письмам, в основном 12 века, по книгам европейские евреи определяли границу Западной Европы приблизительно по Праге. От Праги на восток начиналась земля, которую называли общим словом Эрец Кнаан, Хананская земля. Она включала в себя, например, Болгарию, все, что восточнее Праги приблизительно, Польшу. Я на нынешнюю карту говорю более-менее, вот сейчас я ориентируюсь по современной карте. Ну и, естественно, ну давайте, на политической карте это будет Беларусь и Украина. Ну, естественно, Литва, Латвия уже вряд ли. Латвия – дикие земли в те времена, воспринимались как совсем странные земли, а про Эстонию вообще помолчу. Ну, на нынешней политической карте я говорю не про народы, не про политическое устройство, это слишком сложно. Значит, вот здесь довольно важный момент. Евреи в католических странах рядом постановлений еще приблизительно с 6-7 века новой эры было запрещено владеть землей, вначале запрещено владеть рабами,
А во-вторых, запрещено владеть землей. В результате, а если учесть, вот для сравнения, это Европа, я говорю, для сравнения, в территории того, что евреи называют Вавилония, а на политической нынешней карте это скорее Ирак, да, Ирак, Сирия, Египет, основное еврейское занятие, основным еврейским занятием было таки земледелие. И, то есть, вот, земледелие, вот, как оно, так и есть, то есть крестьяне. В Европе это было запрещено, потому что, ну, первый запрет, который запрещает держать рабов, уже сильно выбивает, хотя понятно, что там к седьмому, к шестому, седьмому веку рабовладение уже сходит на нет, но это длинный разговор на эту тему. Но запрет владеть землей – это уже сильная вещь. И тем самым евреев как бы вытесняют в города. Вот, просто постановлениями. Никто таких планов не строил. Вот здесь надо понимать, что никто не собирался европейских евреев превратить в городских жителей. Просто приняли постановление, которое их естественное следствие было превращение евреев в городских жителей. А вот куда важнее, вот евреи, вот если вы смотрите на карту основных еврейских общин, то вы быстро соображаете, что происходит. Где живут евреи? Евреи живут вдоль рек, то есть города приренские, вдоль Дуная, ну и так далее. То есть вы видите города, стоящие на больших реках, и это сразу показывает на то, что мы имеем дело с торговцами, потому что дороги в те времена были те еще, поэтому основная торговля шла по водным путям. Это основная торговля, потому что это сегодня, когда там люди гуляют по Германии, вот Англия в этом отношении самое показательное место, вот нынешняя ситуация в Англии. Когда англичанин говорит «лес сегодня», то это сойдет за московский парк приблизительно по размерам. А подмосковные леса для англичанина – это смерть смертная, просто полная. То есть таких лесов они даже не догадываются. Но во времена, о которых мы говорим, Англия покрыта лесом. Причем таким непроходимым лесом. То есть то же самое Германия. Германия, где возникает подозрение в каждом месте, которое почему-то называется лес, что здесь только что кто-то пропылесосил, настолько все ухожено. Германия – это дикие леса. Вот. Поэтому какие дороги, вы о чем? Дороги – это намного позже появится. А евреи занимаются крупной торговлей в Германии. Вот здесь не надо удивляться, как это ни странно, там до крестовых походов, я хочу обратить внимание, что основные деньги Европы – это марка. Марка по определению, вот я сразу называю вам определение марки. Марка по определению – это 2/3 фунта. Вот это просто по определению слово марка означает 2/3 фунта. И слово «марка», когда говорят о деньгах, это 2/3 фунта серебра. Фунт в разных странах был разный. Самый маленький из мне известных – 287 грамм. Ну, значит, 300 грамм самый маленький. Да? То есть марка – это 200 грамм серебра. Да? При курсе обмена в золото, вот я специально проделываю сейчас эту работу, чтобы было понятно, о каких деньгах идет речь. При курсе тогдашнем золота к серебру это приблизительно 15 грамм золота, да? 200 грамм серебра, да, где-то 15 грамм золота. Значит, 15 грамм золота это половина унции тройской, а значит, по текущему курсу приблизительно 1000 долларов США. Это монета. Вот, причем основная. Вы догадываетесь, что человек с монетой в 1000 долларов США
Нет, в большом супере он сможет ее разменять и на нее что-то купить, ему даже сдачу дадут. Но вообще с такой монетой это означает, что деньги – это предмет международной торговли на самом-то деле. И мелких денег – это вот совершенно вещь, которая большой вопрос, как они имели хождение, это до сих пор плохо решенная в науке тема. Вот плохо, кому интересно, я отправляю в книге Легофа «История денег», которая занимается именно средневековыми деньгами в Европе. Я просто отправляю это. Это действительно проблема. Евреи, а в еврейских вот респонсах марка под разными названиями появляется регулярно. Нет, с течением времени деньги падают в цене. Надо понимать, что, например, слово «грош», да, в России грош – это полкопейки. Официальным указом польский грош приравнен к полукопейке. Это просто официальный приказ. Грош – это польские деньги. Был указ императорский в Российской империи, который просто, так как поляки не хотели жить без своих грошей, то было решение начать чеканить монету, равную грошу, то есть полкопейки Российской империи. Но вы понимаете, что грош – это гросс большой, и это марка первоначально. Это по поводу инфляции, это очень полезно. Вот вещь, которая была $1000 к концу XVIII века, превратилась в полкопейки. Та самая монета, которая грош, которая гросс. Большая, да? Значит, евреи занимались большой торговлей. Вот чем занимались евреи Европы? Это большая-большая торговля от Рейнса до... Вот теперь с удивлением смотришь на письма раввинов и вдруг обнаруживаешь рассказ про поездку раввинов по торговым делам в Болгарию, в Киев. Упоминание городов, которые трудно установить, что это такое было, но видно, что это славянские земли. И более того, между делом видно, что, например, они хорошо различают греческую церковь и католическую церковь, хорошо различают обычаи разных народов. То есть видно, что это люди, туда ездят такое привычное совершенно путешествие. Есть книга, в которой описывают там обычаи евреев в славянских землях совершенно свободно. Ну, не описывают. Это не описание, это упоминание среди прочего обычно. То есть вообще было бы, наверное, полезно поднять все эти материалы и собрать в одном месте все вот эти раввинские упоминания о славянских землях. Это было бы интересно, хотя понятно, что там трудности установления будут. Но, скажем, вот когда Раши понадобилось прокомментировать некоторое слово, он уверенно пишет «деготь на хнанском языке». Деготь на хнанском языке – это какой-то славянский язык, имеется в виду, и написано еврейскими буквами слово «деготь», и понятно, что он его имеет в виду. Бедные читатели, которые не знают славянских языков. Значит, то есть это до Раши дошло. Плюс ко всему, евреи занимаются обширной торговлей с Востока, она тоже в еврейских руках находится. И не потому, что евреи такие хитрые и всех оттуда вытесняют. Ничего подобного. Связь другая. Вот есть показательное весьма письмо по этому поводу, по поводу того, что человек как ровное место, немецкий рав, правда, это уже 12 век после крестового похода, как ровное место, при этом пишет, что евреи по торговым делам регулярно ездят в Египет. И здесь у него возникает тяжелый вопрос, потому что есть запрет Торы, который запрещает евреям спускаться в Египет. Значит, обычно решение два этой галахической проблемы – либо говорят, что можно поехать не с тем, чтобы там поселиться,
ло альминато ештаке, то есть приехать по торговым делам и уехать, это как бы можно. Есть, вот, например, Рамбам всегда многократно писал, что он нарушает заповеди Торы каждый день тем, что он проживает в Египте, вот, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Либо второй вариант, где говорится, что запрет ездить в Египет – это запрет из Эрец-Исраэль ехать в Египет, а из других стран можно. Это, кстати, мнение весьма авторитетное европейское, это мнение Магарама из Ротенбурга. Он говорит, что он не различает поездку на постоянное жительство и даже временно считает, что нельзя, но он говорит, что нельзя из Эрец-Исраэль временно ездить в Египет, но из других стран как бы можно, но не селиться, естественно. В результате, вот, чтобы было понятно, в результате, вы сами догадываетесь, что люди, которые оседлали международную торговлю со славянскими странами, а торговля со славянскими странами очень доходная, с Востоком она еще доходит. Это очень богатая община. И ашкеназская еврейская община, она хоть немногочисленная, я говорю про период до крестовых походов, зато весьма богата. И в качестве примера, чтобы было понятно, например, я с некоторым удовольствием читал респонсу. Респонса – это галахический ответ по поводу, насколько хорошо, что некоторые торговцы возят в Рейнскую область дурное вино из Венгрии, которое конкурирует с местным хорошим вином. Кстати, ответ, знаете, а вы не покупаете, ценами такие вещи определяются. Ну, венгерское вино – те, кто жил в Советском Союзе, знают, что это такое. Я не думаю, что современные люди знают венгерское вино. Да? В общем, кислятина жидкая. Хотя, может быть, там местная публика знает немножко лучше, чем то, что завозил Советский Союз, конечно же, я хочу говорить. Потому что когда я первый раз попробовал портвейн, такой настоящий португальский, я удивился, что это не та гадость, которая в Советском Союзе продается под этой маркой, что это очень приличный напиток. Да, это было удивление. Тем не менее, вот, ну, согласитесь, что это уже сильно торговля венгерским вином в Рейнских областях, то есть по Дунаю до Венгрии нынешней и потом вверх. Это очень даже серьезная такая должна быть торговля. Вот что интересно дальше. Книг почти не осталось, но кое-что осталось такое замечание. Мы вылавливаем в основном из вот той самой литературы респонсов. Например, что детей учили. Вот здесь это феноменально. То, что ашкеназская публика, еврейская, ашкеназская, еще раз, европейская, давайте я буду говорить слово европейская, это удобнее будет, чтобы это не обязательно германоязычные, это могут быть с таким же успехом и франкоязычные евреи, хотя тогда немецкие и французские не так сильно различались, как сегодня. Но, например, по всем замечаниям, и еврейским, и нееврейским, еврейские мальчики, по крайней мере, отличаются поголовной практически грамотностью. Чтобы было понятно, Карл Великий научился читать ближе к старости. Это то, что я сейчас говорю, это не оскорбление Карла Великого. Несколько герцогов германских вообще так и не научились читать. То есть на самом деле в евреях, вот до крестовых походов, в евреях как бы видели ученую братью. И вот, например, в депутат, когда Карл Великий отправляет депутацию к Харуну аль-Рашиду,
три человека было отправлено в делегацию, ну, из тех, кто имел право вести переговоры. Один из них был еврей. Он торговую сторону договора должен был рассмотреть с Хароном аль-Рашидом. Это со стороны Карла, это со стороны европейской. Туда посылают евреев для ведения переговоров. Вот теперь это любопытно. Отношения между евреями и неевреями, понятно, что они не были ангельскими, и не могут быть такие отношения ангельскими. В любом случае, когда живут два разных народа бок о бок с разной верой, то, в общем, отношения трения регулярно бывают. Это нормально. Но они были вполне, ну, братскими, с учетом, что братья могут иногда и подраться. Да? Но так, в общем, евреи – это грамотное население, и это, кстати, отмечают все. Более того, вот из того, что дошло, это довольно смешное описание, как европейских евреев учили детей грамоте. И там это надо было делать завлекательным образом. Более того, там хороший Миламед должен был рассказывать какие-нибудь байки про буквы, то есть их рисовали. То есть как раз грамоте учили долго и трудно. Кстати, очень трудно почему-то тогда учили грамоте. То, что сегодня, скажем, ежели взять 5-6-летнего ребенка более печатными буквами научить его, ну, делается, скажем, за месяц это, то тогда это почему-то годы занимало. То есть похоже, что дело в методике, какая-то неправильная методика. Значит, очень много следили за чтением Торы. Вот маленьких детей учили тщательно читать, ясно проговаривая буквы, как положено, как они считали правильно произносить. Я вот не собираюсь там в изменения фонетики в зависимости от времени и страны входить, это отдельная тема. Значит, что еще было? Значит, но постепенно, вот как это ни странно, структура, как называется, школ, начальная школа, средняя школа, высшая школа, ешива, ну, они по-другому называются, она возникает в Германии, причем лучший, значит, переход к Талмуду, это ешива уже, и лучшие ешивы возникают как раз в тех самых-самых богатых городах. Вдоль Рейнса, вдоль Дуная несколько. То есть вот, ну, посмотрите на карту крупных рек торговых, и вы найдете, где находились центры учености германской. Значит, вот самое интересное, что во всех ешивах уже тогда, в этих странах, отличается, что отдельные комнаты для учеников были, для приезжих учеников. То есть предполагалось всегда, что будут ученики. На пожертвования шли достаточные, чтобы их можно было кормить, бедных учеников, ежели у них там проблемы, одевать и жить в этих помещениях. То есть учиться учили. Письменных текстов, еще раз, от 11 века письменных текстов до нас практически не дошло. Дошла замечательная вещь, это завещание Раби Элиэзера своему сыну. Это 1060 какой-то год. Их очень мало. Вы знаете, больше всего меня рассмешило, когда я-то это завещание знаю, оно очень знаменитое, его там все смотрели, это такая одна из довольно важных морализаторских текстов, там каждое место начинается «сын мой». И я, значит, ну, узнал его, ну, как бы, но есть очень смешное действие, которое вот, если бы человек его не пройдет, мне в голову не пришло. Спустя лет 50 после Раби Элиэзера бар Ицхака, в данном случае, было написано завещание, преисполненного всяческих это самое
достоинства немецкий поэт Винсбеке написал завещание своего сына. То есть перед нами два завещания, написанные, ну, с интервалом в полвека. Это же не нынешние полвека, где 1950-е и 2000-х год – это два разных мира. Поверьте, что 1800-й год и 1850-й – это не столь сильно отличаются друг от друга. А уж, ну, понятно, там политические могут быть изменения, и там несчастье, то все, но образ жизни слабо отличается. Значит, это и он, вот этот человек, которого я говорю, Моше Гидман, положил их друг рядом с другом и просто написал сравнение. Это действительно очень интересно. Вот сравнить, значит, два уважаемых человека. Равин пишет завещание своему, наставление. Форма завещания, в данном случае наставление, своему сыну и немецкий поэт рыцарских достоинств, рыцарь, да, пишет завещание своему сыну, и тот, и другой начинает каждую строфу, как бы, но строфу, в смысле, каждый абзац, начинает с оборота «сын мой», в дни немец тоже так начинает, и дает наставление. Значит, я бы с удовольствием зачитал это, ну, то есть я могу зачитать, но это, я не знаю, насколько. Там, ну, например, ну, естественно, начинается «почитай Бога», и воздавай ему спасибо, он привел тебя в этот мир. Сынок, не забывай валяться в прахе ног мудрецов, ну, это цитата из «Пиркей Авот», не надо понимать так буквально. Не полагайся на свой разум. И дальше просто цитата из Пиркея. Вот, кстати, вот по поводу грамотности. Цитата из Пиркея. Ты не имеешь права сказать «примите мое мнение», ну, потому что сила у большинства, ты не можешь это требовать. Там обеспокойся, ну, не занимайся пустопорожной болтовнёй. Например, сынок, побеспокойся чистить свое тело и держать в чистоте свой дом. Обязательно мой руки. Не надевай одежду без благословения. Кстати, это вот это... Это вещь, которую я не знаю, знаете ли вы, что вообще-то утренние благословения произносятся при надевании одежды. И там, скажем, «Отер Исраэль Батифара», благословение утреннее, произносится, когда надевает шапку, «Озер Исраэль Батифара», когда это самое. И, например, мнение Рамбама «И чует твое сердце Шраби Элиэзер бар Ицхак» тоже так думает, что мнение Рамбама, а не Шульхан Аруха, мнение Рамбама, что эти благословения говорятся только когда есть случай их произнести. То есть благословение Ашер Натан Лесахвивина, который дал петуху знание различать день и ночь, произносится только когда человек слышал крик петуха утренний. А если не слышал, то не произносит. Если человек не надевает обувь, то он не произносит благословение, которое приурочено к надеванию обуви, ну и так далее по списку. Шульхан Арух не так постанавливает, мы произносим подряд все утренние благословения, независимо от того, есть повод или нет повода. Но вот не надевая одежду без благословения, и как следует благословлять Творца за то, что он дает тебе удовольствие от еды, так следует благословлять за то, что он дает тебе удовольствие от одежды. Значит, ну, тщательно молись, старайся учиться. Делай все, чтобы учиться. Ну, там, навещай больных, ну и так далее. Так вот, ищи мудрости. Да, потому что каждый там как бы второй абзац возвращается к ищи мудрости.
Бери пример с мудрецом. Старайся научить своего сына учиться Торы. Не радуйся падению врага. Это все завещание. Вот. Вот теперь немецкое кладем рядом и получаем некоторое удовольствие. Ну, естественно, так как это рыцарь пишет, то там много увещеваний, будь мужественным и честным. Бей врагов, ну и так далее. Там призыв к христианским ценностям все есть. Но нигде, да, в еврейском тексте ни разу не говорится «будь мужественным». Будь сильным и мужественным – нет. Будь чистым – да. А будь мужественным – нет. А вот что действительно интересно при сравнении этих текстов, в немецком тексте ни разу не говорится, не говорится сыну, чтобы он искал мудрости. Там вот призыву искать знаний и ума нету. В еврейском это лейтмотив, один из важнейших лейтмотивов. Во-вторых, значит, есть вещь, которая действительно доставляет бездну удовольствия, особенно когда эти два текста лежат рядом. Немецкий рыцарь и поэт говорит своему сыну: учись у этих самых, у священников, ибо они даруют тебе разум, силу и разум, ну, в смысле разум, но не учись у них делах, но не учись по их делам, потому что, ну, в общем, говорить гадости о поведении монахов и священников в те времена уже было крайне принято. В еврейских источниках никогда никто не пытается сказать, что раввины развращены и позволяют себе. Кстати, за «позволяют себе раввины» они лишаются с должности, со свистом лишались. Причем лишались с должности, ну, еще в XIX веке на так абсолютно. И там, скажем, община выгнала раввина за то, что он позволял себе учиться меньше, чем общине представлялось правильно. То есть только полдня, а не целый день. Со свистом вышибли. Это Польша, то, что я сейчас описываю. Вот. То есть, а уж развратные действия, раввинские развратные действия, то я не исключаю, что они были люди, знаете ли, во все времена люди. Но правило Талмуда, ежели мудрец собирается согрешить, то пусть наденет черные одежды и едет в другой город. Я просто цитирую Талмуд по этому поводу. Да. То есть, как бы, но опять мы видим, что именно вот просвещение. Евреи характерно были, это именно просвещенная часть общества. Это все до крестовых походов. Значит, когда все изменилось? Собственно говоря, крестовые походы, ну, в советское время, конечно, очень любили рассказывать, что там экономические причины, ну и французская, естественно, марксистская школа истории, которая начинается с Марка Блоха. Кстати, вы учтите, что я очень хорошо отношусь к французской исторической школе, пусть она там. Но она всегда очень много внимания уделяет именно экономической стороне вопроса, за что я ее и люблю, естественно. Вот. То французы регулярно делают акцент, что торговля с Востоком, Европа с Востоком была сильно перекошена в пользу Востока. Но, извините, Европе нечего поставить на Восток. Тут проблема простая. Европа проигрывает в качестве оружия, в качестве тканей, в качестве всего. То есть Европа проигрывает с треском Востоку. Но тогда, учитывайте, Европа будет проигрывать с треском Востоку еще века до 15-го. А потом
когда Европа начнет печатать книги уже через век после Гутенберга, с треском начнет проигрывать Восток. Надо учить, что книгопечатание – это важнейшая история. Да. Значит, но Европа проигрывает вот с треском, что называется. Да. И, но кроме экономической стороны, есть, конечно же, не экономическая, есть часть истории духа. На самом деле крестовые походы – это еще признак того, что наконец-то католическая церковь в Европе сумела захватить центральные позиции и как бы овладеть умами и сердцами. То есть если до этого католическая церковь пыталась, естественно, пыталась, как и положено религии, влиять на светскую власть, то где-то вот первый крестовый поход – это признак того, что католическая церковь наконец победила. Это победа церкви над светской властью. Нет, война будет продолжаться до бесконечности, поверьте мне, это еще она не кончится, но позиции церкви уже очень сильны. И, собственно говоря, крестовый поход первый в еврейской истории. Ну, крестовый поход, ну какая-то очередная война. Ладно, пусть по тогдашним временам назовем это мировой войной, да? Вся Европа против цивилизованной Европы, против всей цивилизованной Азии. Под Азией Китай я не исключаю, вот границу провожу по современному, по западной границе современного Афганистана. Да? Но эта мировая война шла не в Европе, это очень важный момент в этой истории. Она, знаете, США принимала участие в двух мировых войнах, но, знаете ли, эти войны шли не на территории США. Это такой важный момент. То же самое, крестовые походы, война шла не в Европе. Но, вот именно в этот момент католическая церковь первый раз проявила себя. Точнее так, может быть, князья церкви были и против. Кстати, это важная оговорка, вот позиция князей церкви. Они, может быть, были и против этого. Но в низах, под влиянием тех самых князей католической церкви, все началось с огромных погромов. Приринские общины, накрылись приринские общины, и вот здесь после крестовых походов произошло изменения. Вот на самом деле важны здесь две вещи. Понятно, что в израильских школах учат погром при еврейских общинах изгнание евреев из светской жизни. Например, вот там где-то к концу 12 века евреи были изгнаны из Парижа. И так все стало замечательно, что в Парижском университете не осталось преподавателя иврита. А на этих должностях были выкресты вообще-то всегда традиционно 6. Там было 6 профессоров иврита, кстати, в Парижском университете. Все выкресты, как один. Евреев не осталось. Парижский университет остался один, в скобках один выкрест, которого еще не хотели держать. Потому что, если вы думаете, что выкресты верили или доверяли, то вы ошибаетесь, относились к ним припаршиво. И, в общем, ему было нечего есть, там как раз это сохранились его рыдания по поводу того, что он пытается обивать пороги и бросается в ноги королю. Ну, в общем, короче говоря, Парижский университет остался без преподавателя иврита в результате, а для католической церкви это, в общем, сильная потеря, у них это обязательно было всегда. Значит, для теологии, для степени доктора теологии, для них это было обязательным предметом. Значит, но вытеснены были из жизни полностью, и главное, здесь произошло еще некоторые вещи, которые всегда, ну, в израильских школах, конечно, погромы, то все, евреи несчастные, их гоняют, там, скажем, Карл VI, да, сумасшедший. Нет, он, по-моему, у него официальный титул благородный, что ли, не помню. Но вообще сумасшедший, он так вошел в историю, там изгнал евреев из Франции.
Сумасшедший, это он действительно сошел с ума. Это правда. То есть там вся симптоматика сумасшествия, непонятно какого, но оно там на всю голову у него. Да. Не, он не сразу, он не с юности был сумасшедший, он сошел с ума от болезни, горячка какая-то, похоже, что менингитного типа была. Значит, но дело в том, что Европа изменилась тоже, изменился образ жизни европейский после крестовых походов. Первое, что надо заметить, что Европа, христиане начали устанавливать самостоятельную торговлю с Востоком. Так как рыцарские ордены задержались в Святой Земле, то возникли фактории и отделения, это самое, уже христианские торговли с Востоком. Под Востоком я в данный момент имею в виду азиатско-африканскую торговлю. Дальше там будет Балтийская торговля, отдельная тема. Но евреи, вот европейские евреи после крестовых походов лишились вот этой крупной торговли. Их вытеснили из крупной торговли. Их вытесняли из городов, их обвиняли во всех смертных грехах после этого. Но при этом изменилась Европа. Европа вдруг почувствовала вкус денег. Европа вдруг почувствовала, вот Европа из сельскохозяйственной дальней провинции мира, да, вдруг ощутила вкус хорошо покушать, красиво одеться, взять хорошее оружие и тому подобные вещи. И, собственно говоря, вот обратите внимание, именно где-то здесь, в районе крестовых походов, появляется тема чеканки монеты местными баронами и тому подобные вещи. Вот первые деньги Европы, вот, которые местные чеканили в больших количествах. Нет, деньги были, деньги печатал Карл Великий, Карл Лысый, то есть деньги были. Но они были, вот их обращение большая загадка этих денег. То есть точно как-то обращались, но мы плохо знаем как. Но вот после этого все началось весьма основательно. И вот появляются деньги, появляется зверская инфляция с дикой скоростью, потому что деньги очень быстро. То есть, чего чеканить деньги? Надо же где-то брать золото и серебро. А где взять? Ну, вначале в подвале. От дедушки, бабушки, прадедушки остались, но они же кончились, где брать деньги. И вот именно где-то в этот момент евреи, будучи вытеснены из крупной торговли, стали заниматься вначале мелкой торговлей, а потом перешли в европейских странах просто к прямому ростовщичеству. И ростовщичество стало еврейской где-то профессией. Более того, на самом деле, вот тут католическая церковь продолжала вытеснять евреев из светской жизни. По-моему, 1240 год, папское постановление, которое требует, чтобы евреи носили одежду, отличающуюся от одежды христиан. То есть здесь еще много чего интересного происходит, но жизнь евреев в христианских странах резко изменилась, особенно в начале в Германии. Во Франции попозже это произойдет. И вот здесь начинается чуть-чуть другая история. И если там, скажем, в Германии там появляются первые, появляются люди, которые называют пасофистом, то есть уже изощренные знающие люди. Если к крестовому походу первому германские ешивы становятся, ничуть не уступают уже французским, и уж во многих отношениях превосходят восточные, то после крестового похода начнется очень долгое падение такое и нравов, и учености. Собственно, где-то именно в этот период, в начале 13 века, появляется вот такое важное нововведение, а именно смеха, раввинская смеха, раввинский диплом. До этого раввинский диплом – это вещь никому не нужная. Все знали, кто есть кто и кто может претендовать на главу общины. Никакой официальной бумаги для этого не требовалось, и
и на Востоке еще долго не будет требоваться. А просто, ну, поймите, в мире, где все знают всех, это не трудно. Но вот здесь появляется раввинский диплом, потому что появляются довольно странные люди, очень странно обученные, которые выглядят грамотными, но вот смотрите, вот если до крестовых походов о немецких евреях, ну до, скажем, до Раш, говорили, что они хорошо знают очень Писание и очень плохо знают Талмуд, то потом, где-то во времена софистов, они великолепно знают Талмуд, но очень плохо знает Писание, причем так, на уровне хихиканья. Он говорит, великолепно знает Талмуд, но не знает, где, он по стиху не узнает, откуда он. Я хочу обратить внимание, что вообще-то грамотный, хороший еврей должен моментально каждый стих узнавать. И тем более человек, который раввином должен стать. Эти не знают. Есть какие-то перекосы в обучении происходят. Но эти перекосы зашли, я говорю, что именно из-за того, чтобы как-то исправить ситуацию с перекошенным обучением, во Франции это начали, появилось понятие смеха раввинского диплома и введение в раввинское звание. Причем первоначально, и тут надо понимать, что это значит, это не право преподавания было. Это два очень важных права. Вот главные права раввинов, кроме судейского. Судейское право – это отдельное назначение в суда. Кроме, вот сегодня, кстати, диплом судьи раввинского и раввина различаются, два разных диплома. Значит, раввинский диплом подразумевает две вещи. Он имеет право давать геты, писать разводные письма. И, например, когда произносится, что такой-то не раввин, вот первая формула произношения, что такой-то не раввин, именно на основании того, что мы требуем дипломов теперь, объявлено, что его гет и не гет, его разводные письма им исполнены и недействительны. Это очень сильная вещь. И проверка ножей шохетов. Вот это обязательная такая вещь. Любой шохет раз в год обязан прийти к местному раввину и предъявить свои ножи. На самом деле понятно, что раввин не стоит над душой шейхета, а доверяет то, как он режет. Но раз в год шейхет должен доказать, что он умеет их точить просто. Просто проверить, можешь ли ты вообще наточить ножи правильно. Вот. Вот эти два главных требования к раввину, они как раз именно тогда возникли смеха. Замечу, что право ставить хупу, вот, например, и в Израиле в современном для него не нужно иметь раввинского диплома. Это пара пустяков. Получить это разрешение, оно не требует описать ктубу. Скажем, в Москве, по-моему, половина парней умели написать ктубу, брачный контракт. Знали правила, как она пишет, в каком случае что пишется. И я, чтобы было понятно, на нашей, я как-то любовался свадьбой, начать в Москве свадьба, садятся старики, ну, откуда парни научились, садятся старики, начинают от руки писать ктубу, брачный контракт. Просто от руки начинают писать. Тут приходит какой-то раввин из Израиля, по-моему, тогда. Смотрит, говорит, что делать? Говорит, пишем, говорит, брачный контракт от руки на листе бумаги. Зачем? Говорит, ну свадьбу кто-то же должен написать. Вот мы сидим его и пишем, сейчас напишем. Ну, значит, улыбается, сует руку в карман, достает чистый бланк, который, ну, надо только вписать имена. Потому что в современном Израиле представить, что кто-то... Нет, можно купить очень дорогую художественно написанный каллиграфический брачный контракт. Это можно сделать, естественно, но можно купить в любом, почти в любой лавке, купить готовый бланк. Вот. Значит, это не требуется. Ну вот, где-то вот такие изменения. То есть, на самом деле, изменения произошли в худшую сторону. И, например,
достаточное количество людей утверждает, что облик европейского еврейства, имеется в виду германского, был германоязычного, был определен именно после крестовых походов, особенно после второго, скорее даже, крестового похода, чем первого, именно вытеснением евреев из всех сфер деятельности в какие-то углы дальние. Естественно, дальше произошла некоторая вещь. Евреи из Германии довольно активно начали передвигаться в восточные земли. И отдельная история евреев в Польше, евреев в Болгарии, в Венгрии и в Литве, ну, Речь Посполита, да, где они, строго говоря, заняли то место, которое они занимали в Германии. Тут интересный момент, что в Восточную Европу евреи в основном именно германские, именно поэтому там германоязычность сохранилась. Евреи Германии отправились занять то самое место, которое они занимали до крестовых походов в Европе, а именно грамотное население, мастеровитое, умеющее торговать, вот именно вот это, вот функцию, их, собственно, и призывали первоначально именно занять эту нишу только в Восточной Европе. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что первоначальный призыв был практически, ну, коли вам не дают там, коли вам не дают этим заниматься в Германии, какое счастье, мы сейчас переманим к себе следующих людей, и правители восточных, восточноевропейских земель евреев стали заманивать к себе именно вот. Но знаете, когда в стране нарушается экономическая экология, да, то первыми из нее драпают грамотные люди, а те, кто поумнее, их с радостью к себе расхватывают. Дают возможность приехать и ждут с распростертыми объятиями, потому что обученные, готовые обученные люди стоят несравненно дешевле, чем обучить с нуля. И это все знают. Ну вот это то, чего я сегодня хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы. Господа, дам нет. Господа, вопросы. Да, есть вопрос по поводу славянских слов, которые используют Раши. Для кого они все-таки предназначались? То есть, предполагается, его читатели должны были знать этот язык? Не знаю. Вот не знаю, но дело в том, что славянские некоторые слова, вот когда читаешь респонсы, то регулярно ведь автор их, когда пишет на иврите, у него родной язык другой. Да? Скажем, вот тот самый Рабби Элиэзер, который ездит в славянские земли, уверенно пишет, что родной язык для тамошних евреев – славянские языки, где они живут. То есть евреи Киева говорили на, как назвать тот язык, ну не украинский же, да, ну русский, тогдашний русский, славянский, прорусский, давайте так скажем. Поверьте, мы его сегодня не понимали на слух. Никто из нас бы его просто с трудом бы понимали. Скорее, не понимали вообще. Ну как, мы же узнаем другая как раз фонетика. Слова, которые Раши... Другая фонетика, совершенно другая фонетика, другое произношение. И кроме того, что слова другие, еще и фонетика другая. Вот. Мы сейчас так не говорим. Но, например, в результате они помогают себе в своих респонсах регулярно родным языком. Вот как Раши не случайно. Вот Лааз, когда он пишет Раши, то, естественно, израильтяне немедленно понимают это как Лоэз, иноземный язык. Но вообще это сокращение Лашон Амзе, язык этого народа. Это аббревиатура язык этого народа. Это не на чужом языке, а наоборот, на родном языке для Раши это родной язык. И по этому поводу он помогает себе французским. Но время от времени, например, он помогает себе немецким. И открытым текстом говорит не этого языка. Балашон Ашкеназ. Дальше вот барабан я помнил себе словом. Помогал искал слово барабан, он нашел в немецком нужное слово. Но в результате в респонсах мы у людей, которые регулярно немецких ездили в славянские страны, мы регулярно обнаруживаем
кальки со славянских языков. Вот поверьте, кальки мы видим. Кальки, ну вот человек, который много читает, скажем, вот человек, которому довелось читать Абарбанеля, я-то испанским не владею, но те, кто владеет испанским, не владею, я его не знаю вообще, говорят, что настолько калькировано с испанского построение фразы любой. Вот. Да, но они регулярно помогают с иностранными словами. В зависимости от таланта автора. А Барбанель, кстати, обходится без иностранных слов. Он, у него все слова ивритские, просто строение фразы испанское. И они как бы считают, что читатель... Вот несколько слов знает такого рода вот ходячих слов, он знает, но вот как в наше время мы же регулярно там помогаем себе английскими словами, да, когда там надо что-то сказать. Через некоторое время на них смотрят, на эти английские слова, и говорят, вот в 19 веке помогали себе французскими словами, да, и вот смотришь, вы фрапированы, чего я? Фрапированы. Жена, у меня жена знает французское, пробирована – это что? Говорит, шокирована на современном языке. Вот. Они на автомате это делали, они не думали про это. Это такое вот. Но беда в том, что они очень быстро исчезают, вот эти слова, которыми объясняют иностранные. Я как-то смеялся, вот обратите внимание, что вначале, значит, те, кто занимался на Руси счетоводством, был конторщик, да? Конто, итальянское слово, считать. Потом он стал бухгалтер, ведущий книги, да, это немецкое слово. А сейчас они все аудиторы, то есть, по-моему, это английское слово. Да, еще более слабое слово, кстати, трапезник, это греческое слово, означает тоже банкир. Меняла. Трапеза стол. И, кстати, на современном греческом трапеза – это банк. И сегодня остался в греческом. Вот. Но это вот нормальные такие явления, которые, да, сегодня, когда современный молодой человек обнаруживает там кто-то трапезник, он думает, что они вместе едят, а на самом деле это меняло. И хорошо, если он знает еще одно слово «трапезник», значит, не есть. Это тоже радость за стольник. Обычно он и этого-то не знает. Но это вот нормальное такое явление. Причем вот, я говорю, читать респонсов, ребят, времени начинаешь задирать очень долу и спрашивать, на каком хоть это языке. По-моему, это турецкими словами человек себе стал помогать уже. Я не понимаю, чего он пишет. Не понимаю все. Хуже всего, когда монеты переводят на иврит. Думаешь, какая же эта монета в оригинале? То есть он смотрит время, страну, чтобы понять, о какой монете идет речь. А он говорит, красненькими заплатили. А думай, какое счастье, знать бы, что это такое. У тебя в твое время, потому что в другой книге это будет совсем другая монета. В русских книгах 18-19 века это червонцы. Ну, вот так. Да. Ну, вообще, как бы, такой полувопрос. Ну, вообще, как бы, непонятно, вот это вот то, что евреям потом все время ставилось, как бы, вину, да, там, спаивание народа, ростовщичество. Нет, минуточку. Спаивание народа – это польское явление. Отдача корчмы на откуп евреев, обратите внимание, что евреев, корчмарей в Германии и во Франции нет. Это чисто польское явление, ну, естественно, унаследованное в Беларуси. Ну, как бы логика такая же. Значит, логика не почти такая. Но дело в том, что на самом деле я на это еще не дошел. Дело в том, что, судя по, там, скажем, Бернарда Клервотского, там, если читать
проповедников, вот с легкой руки Гуревича это пошло, да, читать проповедников средневековых, потому что как бы они ближе к народу и говорят народным языком, и ты понимаешь чаяние, и знают чаяние народа, по крайней мере, то мы обнаруживаем, что когда они поносят ростовщиков, они поносят христиан, а не евреи. То, что ростовщичество первоначально, вот, во времена после второго крестового похода, оно скорее христианское, то есть евреи там пытаются по мелочи подвязаться здесь, но оно скорее христианское. Потом под давлением церкви христиане были вытеснены из ростовщичества, но очень смешным образом, потому что количество свидетельств французских в данном случае о том, что за спиной практически любого крупного еврея-ростовщика стоит либо князь церкви, либо светский феодал серьезный, и что еврей подставная фигура в этой истории. Ну, то есть евреев подставляли, как бы прямо. Вот. Нет, если закон запрещает расставлять. Здесь происходит самая странная вещь на свете, которую я, например, теряюсь, когда я читаю. Причем не я первый. Если бы я не видел, если бы я знал ответ, я бы вам рассказал, но я его обнаружил, что не я один. Значит, светский закон запрещает ростовщичество в указанный период. Это светский закон. Далее следует церковный закон, к этому дополняется, который говорит, что христианам это точно запрещено, а евреи и так Богом прокляты, поэтому от того, что они будут давать деньги в рост, с их души не убудет уже. Поэтому им как бы можно. Подождите, а светский закон, который это запрещает, с ним что делать? Вот это, все знают, что евреи этим занимаются. То есть как бы не существует этого закона больше для евреев. По этому поводу евреи оказываются идеальной подставной фигурой, и поэтому за большинством крупных ростовщиков, не мелких, крупных, практически вся Франция была убеждена, что за спиной любого крупного еврейского ростовщика стоит фигура крупного феодала-христианина. Более того, некоторое время назад, по-моему, в 80-е годы прошлого века, кто-то залез в архиве Марсельского, кажется, суда, но древнего, то есть древняя часть архива, и создал большую таблицу о искам по долгам, по долговым распискам. Обнаружил, что просрочка выплаты на 20 лет – норма. Норма. Но как-то же долги выбивались. Это означает, что, поймите, вот униженный еврей приходит вытрясать долг. Он его не сможет получить, если за ним кто-то не стоит с кистенем, да, ну, с оружием, то как он собирается вытрясать долг? Это означает, что за спиной евреев, вот особенно крупных, кто-то стоял. Понятно, что евреи не были бедными овечками, потому что кто же даст без залога? Причем залога не дай мне 1000 под залог товара, который я повезу торговать. Кто ж такой долг в те времена даст под такой залог? А там, скажем, еврейские мастерские по производству церковного имущества, церковного, как называется, утвари, да? Вещь известная, просуществовавшая до 20 века, и они начинаются именно с этого. Им церковники, князья церкви сдают под залог церковную утварь. И когда они не выкупают, и кончается это тем, что и долг не продлевают, обычно долг продлевают, там, под дополнительный процент. Но когда дело кончается объявлением несостоятельности, то евреи это продавали. Есть огромное количество респонсов, можно ли продавать, скажем, золотой крест с распятия золотого. Можно ли евреи торговать, ну, заведомо сомнительные вещи? И ответ, что ежели вы не специально ее для торговли приобретали, она вам попала, дальше стоит намек через займ,
как залог займа, то можно. Но именно так как все знали, что евреев можно приобрести такие вещи, то не случайно именно появляется несколько весьма известных еврейских лавок, которые просто занимаются производством церковной утвари. Потому что, ну, если у вас всегда есть, и покупать мы ходим к ним, то вы сами догадываетесь, что грех не воспользоваться и не начать производить все это удовольствие. Ну, знаешь, тогда еще слегка такой вопрос. А почему тогда сами как бы установители Аллахи, они сделали различие между отношениями, отношением к евреям и к неевреям? Почему тогда, если как бы в глазах, почему надо было, почему нельзя было запретить давать ребит евреям тоже? Можно было, и между прочим, Краша обращается о том, что в Талмуде же есть упоминание, что есть спор, и одно из частых мнений говорят, что дерабанан запрещено давать в рост и не евреям. Напротив того, что в Торе написано брату своему не брату давай своему, да. под процент, а сгоя бери. Да? Да. И высказано частное мнение, я могу даже, если найти нужную судью, найду, вот, о том, что есть постановление, которое это запретило тоже. И респонсы именно европейские есть о том, что на вопрос, есть ли такое постановление, несколько причем людей дружно сказали, так как мы с этого живем, это запретить нельзя. Окей. Да, это понятно. Это я тоже слышал. Вопрос на засыпку. В какой стране мира Евразии евреи не подвязались заметным образом на почве ростовщичества? В Китае. Я сказал Евразия, а вы мне про Китай. Я под Европу имею в виду христиано-мусульманский мир. Все равно не угадаете. Турция. А знаете почему? В Турции не было запрета давать под процент. А этим занимались как бы все. Этим занимались турки. Евреи там были. Евреи там этим занимались тоже. Но не выделялись на уровне там вот городское население, еврейское и нееврейское. Ну, интеллигентное население, которое занято там торговыми делами денежными. Евреи ничем не выделялись на фоне остальных здесь. Их было процентно ожидаемое количество. Скажи, у меня слегка последний вопрос. Почему мы встречаем, как бы, я не знаю, на уровне Аллахи постановлений, решений, которые явно выглядят очень проблематичными? То есть сейчас ты объяснил из логики как поведения, что выживать надо. Например, то есть постановления, которые явно определяют не евреев, слегка, например, известная вещь о том, что якобы не надо, то есть возвращать потерянное, да, шаббат авида, то опять же только по отношению к евреям, а не евреи как бы не надо возвращать. Почему такие вещи, они не были как бы вообще как-то зарыты, чтобы не осложнять отношения, чтобы они не могли использоваться против евреев? Есть, значит, первое, есть респонс Хатам Сойфера по этому поводу. Очень важная, на мой вкус, одна из важнейших респонс нового времени. Значит, Хатам Сойфер – это Венгрия, да? Значит, краткое содержание. Значит, вопрос, можно ли обращаться к нееврейской повитухе. Повитухе? Повитухе, акушерка. Да, акушерка, да, окей. Но акушерка обычно, когда говорят акушер, то имеют в виду врача, а повитуха – это гомнище. Да. На это следует ответ, который стал основой для всех решений на такого сорта темы, а именно с тех пор, как Его Величество стал требовать от повитух фирмана,
так и написано слово «ферман», то есть удостоверение, то нет больше опасений, что она злостно неправильно примет роды у еврейского младенца. По этому поводу им можно доверять. И всюду, где власти прироняли гоев и евреев, можно доверять. По этому поводу Раби Моше Файнштейн, опираясь вот на это, несколько раз открытым текстом пишет, например, о спасении гоев в субботу. Например, тушить пожар. Ответ. Так как мы знаем, что гой точно так же будет спасать еврея, еврей спасает гоя. То есть, если вы к нам нормально, то и мы к вам нормально. Вот зеркало. Вот правило зеркала. Если мы уверены, что гои к нам относятся так же, как и, ну, по-человечески, так же, да, как к себе, окей, то это мы обязаны себя вести так же. Окей. Ну, это хорошо. Правило, вот правило зеркального закона. И оно, вот, да, но вот для примера, вот, потому что мы с этого живем, вот есть закон, который гласит о том, что незек, ашан вареах, это называется, у меня под окном кто-то дымит и дурной запах издает, у него там мастерская какая-то вонючая. То есть правило о том, что даже если это было здесь всегда, любой сосед имеет право это запретить. Потому что раньше я это терпел, а теперь терпеть мне больше не в моготу. Это шум, запах и дым. Правило о шуме, запахе и дыме. Это как бы симметрия в отношениях, то, что ты хочешь сказать. Нет, 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 я хочу рассказать другую историю. Значит, это к раввину города... Вот я забыл, вы меня извините, но я не думаю, что это важно. Это Восточная Европа. Евреи очень активно на Востоке, например, занимаются красильным делом, и меховщики, а также кожевников, очень много кожевников среди них. Кожевное дело безумно вонючее. Вот это надо знать. Это безумно вонючее дело. Так, кто-то потребовал закрыть мастерские там, в черте еврейского квартала кожевные. И ссылаясь на то, что любой человек в любой момент имеет право это запретить. Это правда. Кстати, есть такое решение в современном Израиле, решение такого сорта. Значит, на что последовал ответ, не пойдет, мы с этого живем. Вот обратите внимание, что тот, кто обратился, прав. Он имеет право это запретить, но не у нас, мы с этого живем. Вот это очень важный момент. Григорий. Да. Рэб Мейр, простите, наверное, уже совсем нет времени. Я насчет языка хотел спросить. Значит, вот это переселение из Германии в Восточную Европу, да, примерно 12-13 век, что-нибудь так, да? Началось тогда где-то, это эти самые, как же это называется, не ферманы, сейчас другое слово, Степана Батория, эти самые... документы, отдельный разговор. Король Степан приглашал, то есть приглашали это отдельными документами, сразу там оговорены все права еврейских общин, но удивительно другое, что евреи Восточной Европы умудрились сохранить идыш. То есть немецкий это... диалект, еврейский диалект немецкого языка. Это странно, потому что в большинстве случаев пользуются еврейским диалектом местного языка. Но здесь две таких истории. Это одна история с сохранением ладино, то есть кастильского диалекта испанского языка, например, в Марокко и в Северной Марокко, Алжире, Тунисе, вот в этих странах. Они говорили еврейский язык, там был кастильский диалект испанского языка. Но такие явления бывают, потому что, например, в Иерусалиме была очень маленькая община, она была до второй половины 20 века просуществовала. Это венгерские евреи, которые приехали в Святую Землю в 16-м, кажется, веке и говорили между собой на венгерском диалекте 16 века. Вы не представляете, как они вцепились, когда их обнаружили? У вас живые носители венгерского диалекта 16 века.
То есть идиш – это именно тот язык, да, который они с собой принесли? Он, естественно, развивался. Посмотрите, сколько в идише заимствований славянских языков. Мы уже определяем. Авдем Припечек, да, вы догадываетесь, что Припечек – это не немецкое слово, да? Вот. Там… Как там галстук? Кроватка, да? Да. На идиш. Ну, тоже не выглядит немецким словом. Ну, кроватка, как раз я помню, в немецком языке. Но я хотел спросить, это не связано с Австро-Венгрией, да? С тем, что Австро-Венгрия потом заняла часть Восточной Европы. Нет. Это до нее евреи, говорившие на идиш в Восточной Европе, это до раздела Польши, сильно до раздела Польши. Здесь нет никаких сомнений. Это вот не связано с разделом Польши. Более того, но подождите, Австро-Венгрия была на территории Галиции, да? Галиция, что там рядом, Валахия, вот там. Чехия. Да, Чехия. Чехия, договорились. Но евреи говорили на идиш при разделе Польши то, что отошло к Российской империи, и продолжали говорить на идиш до 20 века. И там, кстати, разные диалекты на слух воспринимают, слышно, кто там на украинском, кто на польском, кто на белорусском, кто на литовском говорит. Такой диалект слышно же, на ухо воспринимается. Ну, особенно для специалистов. Знаете, самое страшное, что я услышал в своей жизни, это передача израильская. Есть радио на идиш, которое передачи ведет. Это такой немецкий. Так режет ухо мне. Дойч. Дойч идиш. Вот. Нет, это никак не связано. Это до того было, сильно до того. И, скажем, золотой век Польши, да? Это до потопа. Ну, я думаю, сейчас все догадываются, что такое потоп, когда говорится про польскую историю. До вот гражданских войн и прочих несумятиц. Там говорили на идиш. Спасибо. Ну, тогда всем... Да, мы отпускаем Мейра, правильно? Всем шаббат шалом. Спасибо. И тем, кто среди нас ростовщики, и те, кто держат эти шинки, называлось, всем шаббат шалом. Спайте вы народ, давайте деньги. Вперед, ребят. Давайте. Как не споить народ? Ну, понятное дело. А вы попробуй его не споить. Он тебе такой погром устроит, если ты ему не подашь. Ну, послушай, если он с нами хорошо, если он нас поет, мы их тоже поем, все нормально. Я эту идею понял. Тоже там Чин, да, поэт Чин, кажется, объяснял, вы русский или нет, он наполовину какой-то северный народ, из какого-то северного народа русского, ну, оттуда. Говорит, ну, конечно, русский это тот, кто много пьет, ругается матом и пустые бутылки убирает со стола. Сомнительное определение, но... Вот книга обычаев, почему пустые бутылки надо убирать со стола. Вон у меня стоит Сефер Менгоген, такая классика полная. Книга обычаев, и там есть обоснование, почему пустые бутылки надо убирать со стола. Евреи не убирают пустые бутылки со стола? Убирают. Убирают, чтобы не раздражать гостей, я думаю. Нет. Меня в синагоге в Мариинской роще учили убирать пустые бутылки со стола. Ну, там люди знали толк. Наверное, чтобы сдавать стоять стеклотару, чтобы гости не брали с собой, чтобы никто не утащил стеклотару. Нет, потому что сказано «келем рейким альтамитем». А, ну вот, правильно. «Келем рейким». «Келем рейким» – это стеклотара, правильно я понимаю? Ну, пустая, да, стеклотара, абсолютно. «Альтамитем». Это сказано в книге «Царство. История про пророка Илишу».
Так что не надо. Я помню идеи, как это обосновано. И как мне это еще говорили вот старики еще те. Ну, замечательно. У нас на связи... То есть это еврейский обычай получается изначально? Думаю, что нет. Думаю, что делаю ноги к славянскому обычаю, но он настолько мощно закрепился в ряде общин. Ну, раз на то пошло, всегда хотел спросить, почему евреи не чокаются, когда пьют вместе? Не подозревают в отравлении. Не подозревают о таком обычае. Понимаете, мне хотелось сегодня начать вам зачитывать книгу французского рабби Ганагдана. Это 1160 какой-то год эта книжка, которая называется «Мишлей Шуалим», «Басни о лисах», которые 100% списаны. Там через 50 лет кто-то перевел на иврит просто Эзопа и так и назвал басни Эзопа. То есть евреи не жили в безвоздушном пространстве. И, скажем, и вот по книге Рабби Моше Ганагдана, вот это «Мишлей Шуалим», там, правда, всюду такая хорошая еврейская мораль приделана, но откуда у него эти басни, я хорошо вижу. Там некоторые, конечно, еврейские, там из Талмуда взяты, оттуда, отсюда, из Мидрашей, но рожа некоторых просто хорошо видна. Эзоп, вот. Ну, учтите, что сборники Эзопа, там что только туда не попадало, в сборниках Эзопа еще в античных были библейские разные притчи, то есть видно хорошо, как их перли все у всех, ну, потому что это литературная форма, почему бы не спереть. Вот. Но это французский раввин, между прочим, пишет книжку. Вот книга «Басин». Я не понял, но вопрос был, почему не чокаются, когда дыхают? Меня учили в детстве, что чокаться положено для того, чтобы вино перерлилось из бокала. Да, вот я это самое слышал. Демонстрация, что оно не отравлено. Наверное, да. Евреи не подозревают друг друга в том, что они собираются отравить. Вот я про это и говорил, да. Окей. Еще более того, они шляпу не снимают при встрече. Да. Знаете почему? Меня же учили, что шляпу снимают, чтобы поднять забрало, да? А. Вот. Наверное, евреи не носили забрал. И не все носили кипу под шляпой, наверное, потому что, как бы, если кипа под шляпой, то, наверное, нет проблем с, как бы, шляпу снимать. Но, наверное, не всегда были кипы под шляпой. Такое тоже не может быть. Поэтому... Кипы под шляпой. Смотрите, кипа – нижняя одежда, которую носят только дома. Ага. Кипе запрещено выходить на улицу вообще-то, чтобы вы знали. Отдельная респонса Рабби Моше Файнштейн, который разрешает ходить в кипе по улицам в Эрец-Исраэль, не в Америке. В вязаной кипе или в любой кипе? В любой кипе разрешает. Нужно специальное разрешение. Чтобы ходить в кипе на улице, нужно специальное разрешение. А в шляпе нет? А в шляпе шляпа верхняя одежда, кипа нижняя. Понятно. Это неприлично ходить в кипе по улице, это как в майке ходить. Авраам Авину тоже в шляпе ходил? Штраймл. А, окей, Сабаба. Это он же был уважаемым человеком. Штраймл, конечно же. Ну и эти избиратели Шаса тоже все ходят в шляпах. Почему? Потому что они, конечно, у себя дома тоже все в шляпах ходили, в сюртуках. Известно. Знаешь, доказательство того, что Моше Рабейну был сефардом, а не ашкеназом. Сефардом, а не ашкеназом? Ну, он голосовал за Шас, наверное. Да нет. Моше Рабейну. Если бы он был ашкеназом, он был бы Моше Рабинович. А. Ну да. Окей. Ну, на этой приятной ноте, Всем шаббат шалом, счастливого дня. Спасибо и пока.